Дорогие друзья, я хочу поздравить всех здесь присутствующих с тем, что турнир по рукопашному бою, посвященный памяти нашего друга, товарища, во-первых, театра Федора Александра Дедюшка, становится традиционным. Здесь, именно здесь, на Владимирской земле. Нам нравится то, что происходит на татаме. Смешанное единоборство – это вдвойне сложное искусство. Это искусство и ударной техники, и борьбы. И нам нравится этот дух соревнования, и нравится дух боя самого. Спасибо всем актерам и театра, кино, и телевидения, которые приехали поддержать этот праздник. Трижды женат, имеющий трех внуков, что еще в кармане пусто, сердце горячее сердце. Правильно? Ну что, давайте аплодисменты артисту Кирилла. Уже второй год у нас будет. Посмотрите, запомните его, универсальную улыбку. Все, строй. Итак, еще, значит, хочется сказать, знаете, повесенька, а может быть, даже тех, кто младше. Ну и пользуясь традицией, у нас песенка-стихотворение, такая экзамен. Требуется курсанты, которые умеют задавать вопросы. Смотрели голоса, присутствующие на пресс-конференции. Есть такие курсанты? Все как в армии, все как по-военному. Всем участникам большое спасибо. Всем курсантам надеюсь, что все было хорошо, вам понравилось, мы постарались довести вам ногу патриотического воспитания, которое сегодня так необходимо. Еще раз хочу вас поздравить с окончанием турнира. Надеемся, что он в будущем будет продолжаться. И всем вам здравия, военнослужащим, курсантам, дослужиться за генералов, ну как минимум до полковников точно. Спасибо за внимание. И этой прекрасной республике мы написали 8 песен всем практически городам. Так что наши заслуги в этом году были отмечены руководителем администрации Гайзера, нашим другом, и нам присвоили звание заслуженных артистов Республики Коми. Так что мы с вами, дорогие друзья. И следующая песня не моя, а песня, которую написал мой боевой друг Игорь Морозов, но я с удовольствием исполняю ее на концертах, потому что когда еще 6 или 5 февраля генерал Громов стоял на мосту и говорил, что за моей спиной нет советских солдат, в это время моя роль, которую я командовал, стояла в Кабуле, и 15 числа нас снимало итальянское телевидение и показали потом по программе «Время». И что действительно, 8-я рота 357-го полка 103-й воздушно-десантной дивизии была крайней на той земле. Хотя и после нас там много еще осталось наших советских солдат. Итак, Игорь Морозов, арт-человек имени Кащины, художественного руководителя группы СССР, уходит. Внимание! Оцените сначала все эти песни.
действия для этого, для жизни двоих. Команда, представитель команды Владимир Спирин. Ввиду снятия большого бойца синих пояса, победа присуждается в этом поединке Попову Антону, команды «Зенит». На ковер мы приглашаемся Сизых Александр, Жизнов Илья. Готов, готов. Дергай, дергай, готов. Опа! Поприветствуем. Что мы Сизых Александр, команда «Владимир Сборник Сизы» первого Борис Синькоэса, Лизнов Илья, команда Владимирской области, кандидат в мастера спорта. Полкрасному
активно синего поведения на косы. Поясом.
внимание, по правилам соревнований, при выполнении прямого на руку нужно оторвать плечи соперника. Открываем. Продолжаем применение. Thank you.
заслуженную победу за 3 минуты 29 секунд одержал боец с красным поясом Фролов Роман, команда Владимирской области. Это что-то ужасное? Это что-то не будет? Посмотрите, она красивая. Посмотрите. Женщина, да. Вот как вот ради таких девчонок не заниматься спортом? Ребята, согласны, нет? Как ради вот таких девчонок, да? Когда, честно говоря, вот такой красивой девушке любой парень будет в защите, наверное. Да? У тебя есть парень? Смотри, Олег, это еще секрет. Вот они разведчики, секрет. Парень есть, но помните, любой парень может оказаться этим парнем. Потому что здесь секрет, он здесь? Нет. Не понял? Нет, нет. Еще раз. Нет, ты здесь. Ага, а вы курсант? Да. Какой вопрос? Владимирский юридический. Еще раз, приятно сказать. Владимирский юридический. Все, поступаю сюда. Второй выше хочу. Не приемлемо. Скажите, парни далеко? А возраст не пройдет, да? Есть шанс от этого идти. Вот такие все отличные. Смотрите, на договор приезжают раньше артисты. Как зовут? Это красиво. Девушка, зовут Аня. Мы желаем парню беречь эту свою армию, любить ее. Товарищ спортсмен, у вас самые красивые спортсменки в России. Аня. Большаков. Запомните эту фамилию. Большаков просто от ручки в кино снимется. Будьте каскадер. Беру, помню, скажите, записываю, хорошо? Я открыл строй. Посмотрите, как один раз. Во всероссийском турнире по рукопашному бою в памяти актера театра и кино Александра Дедюшко. Разрешите поблагодарить от вашего имени бригаду врачей, которые обеспечивали на высоком уровне 2 дня эти соревнования, пожелать всем дальнейших успехов в спорте и успехов в жизни. С праздником вас, дорогие друзья! Российского турнира по рукопашному бою, посвященного памяти актера театра и кино Александра Дедюшко, благодарность вручается президенту Владимирской областной федерации рукопашного боя Уланову Денису Александровичу. Представители всей России, пятикратные чемпионки мира, семикратные чемпионки России Шемякиной Надежде Николаевне. Театра и кино Сергею Полмогорову.
Геннадий Малахов, сюда на сцену, всех артистов называю на сцену. Александр Лосев, на сцену. На сцену, вот сюда, будьте добры. Поваживаемся. Кирилл Андреев, сюда. Кирилл Андреев, группа «Иваночки», солист Кирилл Андреев. Сюда. Дмитрий Золотенко. Пожалуйста, сюда, Кирилл Андреев. Быстро, не тормозите, пожалуйста. У нас сегодня время, все половина. Да, Дмитрий Сарбухин, артист театра кино, Евгений Куркулов. Евгений Куркулов! Проект «Голос». Так, Наталья Троицкая. Наталья Троицкая. Наталья Троицкая. Артист театра кино. Жена Евгения Куркулова. Замечательный певца. Владимир Павлович, режиссер, просто сюда на сцену. Владимир Павлович нас снимает, у нас документальное кино, прокат Евгений Турин Южный. Евгения Пацановская, Евгения, артистка театра кино. Посмотрите, я вас дома, это наша поддержка. Пожалуйста, на сцену. Так, Сергей Фомагов, кто его знает? Я его знаю, и вы все знаете. Пожалуйста, на сцену. Так, Федор Сухов. Где товарищ Федор Сухов? Где товарищ Сухов? Вот он, товарищ Сухов. Настоящий товарищ Сухов. Итак, где наша создательная представительная артистка Анна Михайлова в театре кино? Играющий практически все главные роли на сердце Павла Кавая. А вот в Владимирском храме центральном, где не было? Значит, будет. Нет, это экскурсия. Экскурсия. Не дай бог. Так, Лапа Владимир. Лапа Владимир. Представьте на сцену. Игорь Лапин. Одесса. Сериал «Одесса», пожалуйста. Игорь Воробьев, четко прошитый, давай в подиум. В этой странной ночи, конечно, делает артист. Странная ночь. Странный артист. Очень странный артист. Запомните его.
Александр Жадан, ветеран Афганистана. Где? Привет, группа лидера. Жадан Александр, строй. Вот, как мой товарищ из Афганистана, например. Ой, сбираемся. Ничего. Дмитрий Горбов, бывший министр правительства Москвы. Он же бывший депутат Государственной Думы. Он просто хороший человек. Наш бюджет товарищ. И Павел Александров. Павел Александров, группа ЛБ. Точнее, половина группы ЛБ. Николай Косарков, дороги, пробки застрял. Строй. И Юлиана Гриль. Супруга Дмитрия Юлиана Гриль. Так, так, быстро сошла. Ребята, хабатиром снимаем. Жалко на зону. Итак, дочка София, дочка София. Посмотрите. Смотрите, замечательная девушка, дочка София Усанова, а то есть отнеситель Усанова. Николай Расторгун, Николай Расторгун против, просите ждать нам некогда. Работа есть работа, мы все так варны. Итак, запомните, герои, которые приехали к нам, Елена Семенова, сюда на сцену. Елена Семенова, координатор, организатор, театр. Вот замечательно, все, вперед, вперед. Ну что, друзья? Вы запомнили это, дорогие товарищи, которые присутствуют на нашем фестивале, на наших соревнованиях? Запомнили, мы это услышали? Аплодисменты! Руставские аплодисменты, ребята! Прекрасно! Все, все это аплодисменты, это вам. Это вам. Вот так, представляете, дальше вы за автомат держали, как будто по-пластунски пользовали, а сейчас вот вам аплодисменты раздают. Правда, как вы это, что сами? Не слышно, а точно вы сами говорите? Так точно, отлично. Ну что, сам команду Глобатова, дальше спортсмен Хаким Фатмир, чемпион мира рукопашного боя. Вы сказали, что это бонус, капитан Ахмир. Капитан Ахмир. Больше спортсмен Хаким Фатмир. Итак, друзья мои, значит, мы не будем прервать ваше замечательное, то есть время обеда, выделиться и время победы к артистам. Я думаю, всем нам понравилось, мы взяли его всем довольным. Сейчас хочется вызвать опять на сцену генерал майор внутренней службы, начальник один из горючих институтов СИН. Сергей Николаевич, Емельянов, кто это сказал? Его знают все. И они не выполняли задачи. Давайте. Друзья, давайте еще раз поблагодарим всех, кто этот проект основал, тех, кто доверил нам этот проект на определенном этапе. И я думаю, что мы с вами никого не подвели. С праздником вас, а вам низкий поклон и слава сердечной благодарности. Итак, я добавляю общее фотографии на память и военнослужащие могут остановиться, пусть на ведущий парад. Победителям и призерам предоставляется право совершить круг почета. Парад! Мы ставим артисты, аплодисменты, спортсмены, круг почета.
А, вот эти фотографии, да? Эти, да. Классно, передача. Надо это, электронную почту, и тогда же им присылаешь. Вот свою электронную почту или это. Или там на YouTube. А, по-новому тогда. Красно. На чем? А сейчас видео идет или что? А я нажал на это. Может, я включил? Сейчас, стой. Не, видео работает. Давай, да куда?